В последнее время много дорог отремонтировали? Да, вот последние лет, года 3-4 точно, большие участки дорог стали делать, облагораживать проезжие, ну, прилегающие территории, выезды, въезды. Плохой тротуар был, каменистый, где-то там, например, цементом покрывают, и идешь на дорогу, ну, не можешь смотреть по сторонам, именно на дорогу смотришь, а сейчас можешь по сторонам посмотреть. На Малахово дорогу сделали, а разметки вообще никакой нет. 4 полосы движения, а разметки нет никакой. Вот буквально регулируешь по движению машины. Вот машина идет слева, маленько идешь справа. Единственный момент – это люки. Очень много ям от люков, то есть, и это действительно проблема. Тут он приподнят, а вообще, то есть он как проваливается, и получается такая прям яма. И их по городу в этом году стало больше. Это даже спрашивать не надо. Чем об этом говорить? Если начали делать как положено, значит, и нам радостно, жителям. А когда был бардак, идешь, думаешь, ну, живем вроде бы в хорошем городе, но кругом разруха. Мне кажется, нормально выполняют. Ну, смотришь, вот пробы берут же, наверное, специалисты там. На самом деле бордюры высоковаты. Вот, это тоже, ну, для меня лично проблема, то есть у меня машина низкая. Ну, есть дороги, да, которые вот в районе Кристалла там, за заводом. Я там ехал, я думал, там на первый, так это, вообще яма. Там вообще ничего не делают. Пусть делают там, где надо. Пусть больше уделяют участкам, которые вот именно нуждаются, где плохое состояние дорог. У меня вот зять живет в Новосибирске. Он в Барнаул приезжает. Говорит, у вас в Барнауле дороги лучше, чем в Новосибирске. В Новосибирске вообще все разбиты.